Привет, с вами Миля. Давно у нас не было Ксении Бородиной и Курбана Омарова, и сегодня про них новость. Еще пару месяцев назад в семье Ксении Бородиной кипели нешуточные страсти. Телеведущая обвинила супруга Курбана Омарова в предательстве и многочисленных изменах. Адвокат Ксении уже готовил документы о разводе, но внезапно супруги помирились. Сейчас в паре снова царит гармония. В своих социальных сетях Бородина и Омаров часто публикуют романтические снимки и признаются друг другу в любви. Недавно состоялся и первый выход супругов в свет после громкого скандала. Пара посетила презентацию нового сезона телеканала ТНТ. Весь вечер Ксения и Курбан не отходили друг от друга, держались за руки и выглядели счастливыми. Похоже, все разногласия в их отношениях действительно остались в прошлом. Впрочем, продолжать сотрудничать с Омаровым в качестве бизнес-партнера Бородина все же не стала. Раньше супруги вместе работали над проектом «Ксения Бородина Шоп», однако телеведущая заявила, что муж ее подставил и отошла от дел. Но поклонники Бородиной были огорчены фактом, что ведущая простила мужа за измену. Другие просто воспринимают как пиар такие вот ссоры и примирения. А все-таки интересно, надолго ли они сошлись на этот раз или нет? Как вы думаете? На сегодня все. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!